12 июня наша страна отметила свой главный государственный праздник – День России. В календаре памятных дат этот день появился в 1990 году. Именно тогда была открыта новая страница в летописи российского государства. Принята декларация о государственном суверенитете. День России – это праздник свободы, гражданского мира и национального единения. О том, как 12 июня отметили в Славянском районе, смотрите в первом материале выпуска. В праздничный день на Театральной площади состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие депутаты городского и районного советов, студенты, школьники, волонтеры, а также жители Славянска на Кубани. На главной площади города под звук государственного гимна Российской Федерации был поднят флаг России. Открыл праздничное мероприятие, посвященное Дню России, глава города Славянска на Кубани Александр Коновалов. День России – это праздник всех, кому дорога Родина, кто гордится ее многовековой историей, великими свершениями предков и достижения современников. С первых дней своего существования государство заявило о своей решимости создать демократическое правовое общество, основанное на принципах уважения суверенитета других стран. В рамках празднования Дня России здесь же, на Театральной площади, по уже сложившейся традиции, прошло вручение паспортов молодым славянцам. Ребята впервые получают свой главный документ гражданина Российской Федерации. И, безусловно, это событие станет одним из самых значимых в их жизни. Тем более, что прошло оно в такой торжественной обстановке. Котов Данил Сергеевич! 12 июня можно уверенно назвать днем рождения Российской Федерации. С принятием декларации о суверенитете наша страна оставила за собой статус многонационального государства, где представитель любой народности получил равные права, никоим образом не отличающиеся по национальному и религиозному признаку. Все проживающие в республике граждане стали россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями. И основная цель данного праздника – показать сплоченность всех народов России, продемонстрировать миру и самим себе могущество, силу, единство нашей страны и нашего народа. Всем жителям города Славянска на Кубани поздравления с великим праздником, всем России. Ежегодно этот праздник отмечается в нашей семье, мы всей семьей приходим на площадь. Это здорово, это великолепно, это единение, это сила. И, наверное, думаю, в каждой семье скоро однозначно этот праздник будет традиционным и очень-очень великим. И все будут приходить на площадь, и людей будет значительно больше. Еще раз всех с праздником поздравляем. Я очень люблю и горжусь своей страной, так как она самая сильная, большая. Завершилось мероприятие концертной программой «Пою тебе, моя Россия» и флешмобом. Школьники на площади составили слово «Россия». Тина Копачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».